20 мая в Москве на манеже ЦСКА пройдут соревнования школьной борцовской лиги подобного по вольной женской и греко-римской борьбе, сообщает сайт Федерации спортивной борьбы России. К участию допускаются дети от 9 до 14 лет. Состязания пройдут по олимпийским стилям борьбы в трех возрастных группах – Ю-14, Ю-12 и Ю-10. В каждой группе соревнования по вольной и греко-римской борьбе пройдут в 11 весовых категориях. В женской борьбе в возрастной группе Ю-10 состязания пройдут в 7 весовых категориях, в группах Ю-12 и Ю-14 в 10. Первый турнир школьной борцовской лиги пройдет в формате личного турнира. Предполагается участие не только юных борцов из регионов России, но и из-за рубежа.